В нашем городе и районе отметили День народного единства. Этот молодой праздник, который был учрежден только в 2005 году, имеет древние исторические корни. И поэтому День народного единства за прошедшие годы уже успел стать близким для народа и приобрести свои традиции. Славянцы, как и вся страна, принимают активное участие в праздновании. В День народного единства мы вспоминаем об освобождении Москвы от польских интервентов, которое произошло более 400 лет назад, об окончании смутного времени. Через века Россия пронесла твердое убеждение, что лишь объединение всего народа – залог независимости, свободы и полноценного развития. Для меня День народного единства – это настоящий праздник. Когда мы едины, мы непобедимы. На митинге, который состоялся на Театральной площади города, глава Славянского района Роман Синеговский поздравил собравшихся с праздником. Мы любим свою родину, уважаем друг друга, воспитываем в детях патриотические чувства, умеем противостоять любым попыткам разрушить наше народное единство. И так будет всегда. Дорогие друзья, я от всей души вас поздравляю с праздником. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успешного развития в нашей стране. Отец Владимир, священник Свято-Успенского храма, сказал, что единение народа нашей страны – это основа ее духовной силы, которая находится в центре всех наших побед и достижений. Особое значение День народного единства имеет для молодежи, ведь именно молодые люди должны принять патриотическую эстафету поколений, продолжить созидательную работу. Мы учимся, занимаемся спортом, любим свою родину, готовимся быть настоящими специалистами и профессионалами. Мы – это потомки россиян, для которых слова «родина», «единство», «счастье» являются неразделимыми понятиями. Наша задача, задача молодежи, сохранить и приумножить лучшее, что передано нам предыдущими поколениями. В торжественной обстановке состоялось вручение главного документа гражданина Российской Федерации – паспорта 10 активным старшеклассникам нашего города. Ребята были, конечно, очень рады получить паспорт в такой замечательный праздник. Я очень рада, что я получила такой важный документ, как паспорт, в этот день – День народного единства. День единства всей нашей страны. Ведь единство – наша сила. Я очень горжусь своей страной, и мы должны ее любить и трудиться для ее благополучия. После завершения праздничного митинга артисты городского дома культуры порадовали собравшихся своим искусством. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».